Акция по сбору живых елей в парке имени Николаева завершилась досрочно. Изначально организаторы планировали принимать хвойные деревья от жителей до 1 февраля. Однако горожане так активно включились в акцию, что обитатели зооуголка просто не успевают съедать принесенные ели. Они сохнут, становятся колючими и непригодными для пищи. За 12 дней горожане сдали 147 сосен, пихт и елок. Для животных это витаминная добавка к рациону, а также хорошая подстилка в вольере.